Всем привет! Вы на канале Loveplays. Меня зовут Ульяна. Мы с вами продолжаем играть в Crusader Kings. И нас ожидает, наверное, очень большое количество лет мира. Ну, если не считать вот этих вот каких-то там местечковых бунтов. Потому что у нас достаточно большая угроза миропорядку. Ну, типа 99%. И даже 0,7%. И я думаю, что мы займемся устройством вообще нашей страны. Возможно, мы будем как-то по кусочкам какие-то отколовшиеся территории, конечно, завоевывать, пытаться, по крайней мере. Да, ну и плюс, конечно же, нам нужно закончить легенду. Она, кстати, почти закончена. То есть стать легендой вот этих вот чемпионов в Перуна, чтобы записать свое имя тоже в родословную вместе с папкой. К сожалению, это не в каждом поколении возможно, только раз в 100 лет. Так, славянское язычество исповедует Астрид Трёнде. Молодец. Ну, может быть, на нас, конечно, кто-нибудь нападет. Но, знаете, если честно, я сомневаюсь, что у нас кто-то нападет. Так, Ярослав Вечный Гром нас вызвал на поединок. Все, вот так вот все и закончилось очень быстро. Что мы можем? Угроза миропорядку. Главное, вообще... Мы можем даровать независимой землям и таким образом снижать... Опа! Эти бабуля-то стала седой внезапно. Снижать вот это вот напряжение, но, к сожалению, нет. Мы так делать не будем. У нас, знаете ли, с этим строго. Мы будем заниматься политикой. Мы будем заниматься легендой. Возможно, скатаемся в Китай, почему бы и нет. Так, у нас тут везде первородство. А, ух ты, у нас иностранного наследования нет. А, точно, я же чуть-чуть пораньше. Я не умудрилась, представляете, не сохраниться в конце прошлой серии. Мне пришлось чуть-чуть переиграть. Иностранное наследование. Так, запретили. И совет у нас так. 64-й год. Через 3 года мы сможем как-то совет... Еще лишить его части полномочий. Сейчас у нас совет не может решать, кого садить в тюрьму и передавать ли нам титулы. После того, как мы вот эти вот 5 полностью отдадим сюзерен, то есть изгнание, казнь и отзыв титулов нам осталось. После этого мы сможем сделать так, чтобы совет не имел голоса при объявлении войны. И только потом мы сможем полностью... совет убрать и стать таким единоличным владыком. Сейчас у нас наследственная деспотичная монархия. Ну, вот так вот. Интересно. Так, героиня. Надо вызвать на дуэль Весу Костолома. Ух! А им тоже 50, кстати. Не можем ее вызвать на дуэль, да, потому что... А, потому что кто-то из нас недавно участвовал в поединке. Ну ладно, подождем немножко. Может быть и мы. Ветеран-мучитель, мягко говоря, весьма слабый дуэлянт. А, нам нужно выбрать для него слабого противника. Моя подруга недавно умерла, и я решила залить свое горе вино вместо, наверное. Вижу, за соседним столиком с печальным видом сидит Гаврила. Они были близкими друзьями. Думаю, мы тоже можем подружиться. Я старалась быть дружелюбной, но безрезультатно. После долгой откровенной беседы нашей покойной подруге Гаврила ясно дал понять, что не хочет меня видеть. Ему не нужны новые друзья. Я думаю, что вот, кстати, мы можем пограбить земли вражеские от души. Ну-ка. О, территория отколовшаяся какая-то. Так, ну-ка. Кто-то там умер. Ваша знакомая Сесилия покинула этот мир. Мария Кривич. Наша младшая дочь ее завалила.
Вот такая вот у нас дочка. Моя капризность и переменчивость, настроение усиливается. Мы получили черту в стрессе. Мне кажется, большинство наших предводителей умирают в первую очередь от стресса, даже а не от старости или каких-то ран. Давайте быстро их завоюем. Так, он за нашу религиозную группу, да? Мы можем только вот на 10 лет. Мнение всех обладающих землями, принадлежащей нашей религиозной группе. Да и ладно. Мы уже старая бабка. Недолго нам осталось, перебьются. А у нас земля останется навсегда. Волк в пленник. Не будем мы его казнить. Так, и чё? Опа! А вторая часть хорватская. Представляете, храм хорватский. И мы с Хорватией еще и воюем, нет? Вроде никто пока не присоединился. И чего? А, ну вот эта территория может быть. Так, жрица Ефимия принадлежит к секте. А, к секте! Принадлежит наша жрица. 27. Ну, видимо, ничего и поделать даже не сможем с этим. Итак, 59% у нас есть. И чего? Мы даже сделать-то ничего не можем. С этим. 63%. Видимо, подождать просто придется какое-то время. Ну, я надеюсь, по крайней мере, что подождать поможет. Да, 63%. А мы сейчас пока что тут вокруг пограбим. Так не можем. А, мы не можем стать бандой, если мы воюем. Жалко. Я пограбила просто. А эта территория тоже одна. О, и эта территория одна. Нижняя Силезия. И у нас есть вроде как де юре претензия на нее. Это хорошо. У нас, конечно, сейчас обрушатся все на свете. И никогда-никогда не разрешат нам вообще. Так, это мы Ростиславу собираемся отдать. А тут завоевание округа. Да. О, гибель полководца. Сейчас надо быстро захватить, пока не набежали. Процентов. Ха! Все, наша территория. Там пока у нас 83%. Неверный тип владения, говорят нам. Ну, храм, предположим, да. Храм неверное владение и селение. А селение? Почему селение, кстати? Ну-ка, построить замок мы можем вместо... Вот, построили замок, теперь вместо этого селения, вместо села. Сумар Лиди приводит мне доказательства того, что предводительница Софья подло клевещет на меня. Угрозы помогут держать подальше от политики. Видим ли мы еще какие-то мелкие города и страны? Ну-ка. Во! Конечно, вот эти сопли мелкие подбирать, это такая беда, у нас она так сильно, так, создать нового вассала, так сильно она бьет именно потому, что мы угроза миропорядку, а толку чуть, совсем чуть-чуть. Так, принуждение к вассализации. А, совет против. Спор за округ. Совет против? Да вы издеваетесь. А что-то у нас совет как-то... Ой,
Совет совсем маленький. Так, не хочу этого чувака сошить, он нас не любит, будет голосовать против нас. Так, кузина, великая княгиня Малуша, а почему ты нас так не любишь, дружочек? Дьяк, смотрим. 21 и 19. Можем попросить сменить религию? Да, смотрите, как все просто. Так, это мы опять читаем славянские былины. И у нас еще должность советников. Так, вот она. Осталось советник. Советников мы заводим только из вот таких вот с зелененьким сердечком. Так, а тайный советник у нас что? Тайный советник. Послать подарок. Во. Все. Совет сформирован. Теперь я можно нападу на вот этих братцев? Спор за округ. Или нет? Претензия. Можем отдать эту территорию вождю Баруту Кровавому. Ой, Коварному. Он наш вассал. И это нам никак, в смысле, совсем никак не повредит. Давайте. Нам все равно надо девать куда-то эти земли, мы их сами держать у себя не можем. 3000, кстати, у него войск охраняет. Территорию. Так. Захватили? Да. Две войны сразу. И раз. И два. Мир нас ненавидит, но мы победили. Сколько там нам осталось? Давайте проверим до легенды. Да. 100%! 100%! Ух! Сейчас будет. Давайте вот еще за кровь подуэлимся с этим красавчиком. Ой, нет, мы воюем. Он не воюет, мы воюем. И с кем мы воюем? Вот с этим вот похоже. Так, вождь Мордвинд хочет на княжество. Так, заговор раскрыт. Прекрасно. Так, пленение в бою мы можем принести в жертву, но мы не хотим его приносить в жертву, наверное. Нам это сейчас не особо нужно. Вот, кстати, посмотреть, что у нас там в тюрьме, всегда можно. 85 монет лишними, деньги не бывают, тем более у нас сейчас феодализм. Все за деньги, все за деньги. Деньги нужны как никогда. Так, Фортичелли... проникла в ржевские земли. Плохо, плохо. Так, последний. Ходят слухи о вашей мудрости и милосердии. Воистину, мы мудры и милосердны. Во. Мудрые и милосердны, а еще мы очень-очень хотим подуэлиться с чуваком. Может быть, это вот прямо то, чего нам не хватало для того, чтобы стать легендой. Очень хочу стать легендой. За время, пока стою в обществе Перуна, о, вождь веса, краснеющий от стыда. Слушайте, у нас же мужа нету, да? Может быть, нам завести романчик на... старости лет. Я думаю, да, вдруг это любовь. Одноглазый такой, статный мужчина. Он женат. Нет. Вот. Нет. Никаких.
Так, нам нужно подуэлиться с нашим кузеном. Ладно, подуэлимся с кузеном. Лишь бы легенды сделали. Так, наследник не в браке. Да, наследник не в браке, царевна Любава. У нас не в браке. Я не хочу, чтобы она вступала в брак, потому что я очень не хочу, чтобы она на самом деле становилась нашей наследницей. То есть она старшая, но она такая балбеска. То есть она совершенно безобразная. У нее характеристики, видите, она прямо очень плоха. И она где-то заделала ребеночка. Роман Вятич, видите, от какого-то там вождя внебрачного. И он станет наследником, если он выживет. Поэтому мы сейчас будем зачищать, вот мы будем убивать внука. Вот такая вот у нас Екатерина, клинок Перуна, безжалостная бабка. Ну или я безжалостная, но я правда не бабка. Новобранец, так, ладно, это нам не важно. У нас технологический прогресс, строительство. Что, ну судостроение, наверное, не будем уж вкладываться. Давайте застройка замков. Конюшня, городок при замке, тренировочный лагерь, дружины. Что бы такое? Городок при замке? Доход от налогов плюс 2. Вот этот получается плюс 2. Это всего лишь за 200 месяцев у нас этот городок отобьется. Как там, кстати, наш полотецкий сад? О, полотецкий сад-то тоже почти на 100%. Ну, второй уровень. По-моему, их там 4, да. Я надеялась... Так. Мы кого-то там познакомили, и они... Ваша знакомая покинула этот мир. Мария Кривич. Мария Кривич что-то там не первого уже мочит. Сегодня барышня Феврония подошла ко мне с предложением. Ваше Величество, у меня идея. Почему бы нам не построить монумент? Это повысит наш культурный статус и даст народу понять, какой вы великий правитель. Все, что требуется, немного золота и терпения с вашей стороны. А давайте. Мы великий правитель, великий. После 100 лет под правлением государства, Великое княжество Русь, герцогство Зальцбург, де юре больше не считается частью государства Королевства Бавария. Они к нам просто присоединились? А, или они просто исторически больше не считаются? Ну ладно. О, строительство стадии 2 великого сооружения Полотецкий сад завершено. Сейчас. На Полотецкой равнине великолепный сад. Многие десятилетия облегчает ношу в повседневной жизни для бесчисленного множества людей. Чтобы начать третью стадию, нам понадобится почти 1000 монет, ну что, будем копить. И доступно 4 улучшения. Надо насчет этих улучшений еще подумать. Так, технологический прогресс. О, прекрасно, давайте. Баланс конницу качаем. Правитель не в браке, перебьется. Может создать 7 титулов, 7 герцогств. Разбираться с ними потом. Мир опасное место. Кто-то собирается нас убить. Нет, мы еще легенду не получили. Надо сохраниться. Раз в 100 лет. Ребята, раз в 100 лет. Это серьезно. Это ответственно. Но если она сейчас умрет от старости, это будет очень-очень обидно. Или если ее сейчас завалят на дуэли. Мы победили. Он... Короче, у него опухшее запястье, переживет. Мы страдаем от сыпи, и наша жрица сделает все, чтобы вылечить наш недуг. Ей чуть-чуть получилось у нее. Надо обязательно успеть завалить внука. Да, вождь Добрыня не принял свое поражение в дуэли всерьез. Он поклялся отомстить за поражение. Ну, у нас есть какое-то количество соперников. Пошли искренние усилия по обработке земли, вдохновили народ. Прекрасно. Полоск процветает. И мы вполне процветаем. У нас достаточно хорошая прибыль. 18 это приятная такая прибыль на самом деле. То есть при том, что мы не торговая республика, при том, что мы совсем-совсем недавно перешли
в феодализм, у нас все очень-очень даже неплохо. Давайте-ка глянем на тюрьму. Надо периодически поглядывать. Нет, посетить предков не можем, выбрать божество не можем. Собрали мы только Новгород. Эх, обидно. И главное осталось, а тут на самом деле, вот прямо кусочки-кусочки. Можем, если на карте королевства посмотреть. Волынь, вот кусочек, буквально кусочек остался для Волыни. Для Руси вот тоже вот этот вот. Немножко, немножечко осталось. Крым, правда, еще собирать. Владимир тоже вот, вот этот вот кусочек маленький-маленький остался. Это еще и Византия. Не хочу на Византию просто нападать, потому что она, во-первых, крупненькая. Смотрите, у нее войск 32 тысячи, а у нас 20. Ну, то есть она у нас в полтора раза больше, она у нас совсем под носом. И, в общем, я думаю, подождем, пока отвалится. Никуда он не денется, это... Хотя греками тут уже успели заселить. Ничего себе, молодцы какие, а. Слушайте, да что же у нас с легендой-то? Выполнение миссии и совершение некоторых событий позволяет тем, кто состоит в этом обществе, заполнить индикатор. Когда легенда заполнится на 100%, соратники более высокого ранга будут оповещены об этом. Может, уже пора оповещать-то? Так, можем выбрать военную специализацию, потренировать войска, выбрать, взять наложника. Нам наложник как бы не особо нужен, у нас целибат. Хоть разминать свои старые кости на всяких там. Так, комитет по передаче титулов Русь нас вынудили голосовать. Сейчас они собираются инициировать голосование, чтобы вернуть совету. Вернуть совету их права. Ах, они хитрые. Ну-ка, сейчас надо это все... Ой, во. Возвращают. Монумент, который вам обещала барышня Февроль, наконец закончен. Увидев, что статуя изображает вас, люди принялись улыбаться и аплодировать. Мы получили престиж и чуть-чуть хорошего отношения. 4000 престижа у нас. Уж не знаю, куда нам его тратить сейчас. Но я думаю, мы найдем. В любом случае, это улучшает отношения с, в принципе, с людьми. То есть, если мы глянем на отношения к нам, вот, не считая того, что некоторые нас прямо ненавидят. Чего ты нас ненавидишь? Слишком много герцогов, объявил войну, победила, незаконная война. Ну да, некоторых мы присоединяли силком. И, знаете, и будем присоединять силком, да-да. Царевна Любава продолжает детей рожать, незаконнорожденных. Еще и от разных отцов, паразитка. Еще сыновей. Ну, в смысле, неважно, нам сыновей или не сыновей. Слушайте, что-то с легендой... Почему она застряла-то? У меня раньше все нормально было. То есть 100% и окей. А сейчас прямо вот застряла на 100% и все, и молчит. Проблема. Мне это не нравится. Так. Сейчас, во-первых, давайте разберемся с внуком. 104. Шанс заговора. И кого мы можем вот привлечь к этому? Кого-нибудь можем, чтобы увеличить количество, ну, вероятность. Но не сильно многих. Пытаться вылечиться можем. Давайте попробуем. Страдаем от пищевого отравления. Полегчало. Хорошо, это живем. Живем дальше. Не хочу я эти, чтобы эти
Незаконнорожденные дети мне тут портили рот. 150% шанс успеха. Роман Вять. Сейчас пройдет тот свет, но для этого нам необходимо подкупить кого-то из окружения. Например, горничную или охрану. Я знаю, кто может подойти. Кстати, мы же наверняка еще можем написать книгу, да? У нас прошло какое-то время. Да, мы можем написать книгу. 250 монет? Ну ладно. И мы напишем, как управлять страной, да? Да. Давайте. У нас будет обширная библиотека. Какая-то тетка хочет, чтобы мы дали территорию. Роман погиб от удушения подушкой. К сожалению, горничную схватили перед казнью, она указала на вас. Мы убийца родичей. И дочь нас ненавидит. Так. Она еще и беременна? Нет, написано, убедитесь, что дуэлянтки не беременны. Если она беременна, я не знаю, что я с ней сделаю. Да, нет, она грудное вскармливание у нее просто. Ладно. Ну что, парнишка? Иди к бабушке на коленочки. Остаток храбрости. Слушайте, легенда реально подвисла. Давайте-ка мы немножечко перезагрузимся. Надо перезагрузиться явно, потому что прям беда. Ну, она сейчас умрет, легенда провалится. Мне кажется, что это починится. Ладно, я перезагрузилась. Посмотрим, как дела. Легенда 100%. Героиня ничего не сможем сделать. У нас известности вон полно. Давайте попробуем выбрать специальность. Например, у нас вообще-то есть специальность. Вот мы охотник, но можем, например, сменить на дуэлянтка. Есть у меня страх, что это, конечно, что это все, что это подвисло и все. Потому что, честно, раньше у меня всегда это срабатывало сразу же. Так, жрица предлагает приобрести оборудование, чтобы проводить сложные эксперименты. Мы всегда за науку. Так, может, ее нужно, ну, попросить, не знаю, не занимать именно, ну, то есть не править войсками. Так, Митрофан скоро погибнет. И какая там территория? Обов. А то, что где тут обов? А панство, все нормально, нашли. Добрые вести! Из достоверных источников нам пришло донесение, что в Ламунских лесах был замечен белый медведь. Седлайте моего коня, совершенно точно. Готово! Митрофан погиб от удушения подушкой. Горничную не поймали, поэтому не удастся найти каких-либо улик. Это царевна Любава просто кошка! Как она рожает детей так быстро! Попробуем мы, наверное, еще разок его завалить. Лучше ее. Давайте попробуем ее вызвать на дуэль. Может, мы ее сможем просто убить. Вот. Так, я давно ждала этого момента. Мы можем ее убить. Так, да. Наконец-то. Ха-ха, все! У нас наш наследник, сын Елисей. Он нас любит, кстати, несмотря ни на что, он нас просто боготворит, потому что мы тиран, незаконные войны объявляли, бесчестное, беспощадное, смотрите. Но нет, мы его благодетельствовали, поэтому он нас обожает. Посмотрим, как там. Вот, красивая картина, да? Все синенькое, это уже славянское язычество. А все остальное
Почти-почти. Тренировать ополчение. Совет такие отзыв титулов себе забрал. Хитрые, хитрые. А если мы наоборот, нет. Тут смотрите, какое дело. Какое дело? Мы можем. Во-первых, нам, конечно, лучше держать в совете кого-то, кто нас любит. Да, кто голосует за нас, а не против нас. Но у нас тут проблема с тем, что мы немножко напортачили, скажем там. Немножко напортачили. Плюс у нас несколько вассалов нас просто ненавидят. Ой, нас много кто ненавидит. Ой, как нас много кто ненавидит. У нас только, да, нас только сын любит. Но у нас не хватит территорий просто, чтобы всех облагодетельствовать. В общем, нас не любят. Слухи не брали, не врали, да. Мы хорошенько пограбили. Вы провели недели в дикой местности в попытках найти хоть какие-то следы своей жертвы, но все тщетно. Вам пришлось вернуться с пустыми руками. Ну, ничего страшного. У нас, кстати, почти 1000 монет. Я думаю, что это хороший повод начать строить третий уровень. Видите, тут уже какие-то цветочки построили. Это очень напоминает, если честно, первую и вторую, по-моему, цивилизации, где можно было тоже вот так вот по частям за какие-то заслуги строить свой дворец. Это очень здорово. Ух ты! Странный сундук, сделанный из неизвестного металла, был найден. В прошлом, по-моему, было 200 монет, если я не ошибаюсь. Это здорово. Надо дальше грабить, тогда найдем ключик. Мы уже столько всего сделали прекрасного, а легенда все никак. Ну, мне кажется, да. Может посмертная? А может, правда посмертная? Хоть сиди вообще в гугле. Надо погуглить. Но, по-моему, раньше у меня было вполне себе при жизни. Когда мои войска разграбили замок, они нашли интересную реликвию, которую воевода прятал. Пластинчатые доспехи нашли. Буквально на днях, притаившись как обычно, увидела, как Предслава и мой друг Владимир занимаются этим вместе. Ой, да развлекайтесь, честно. Развлекайтесь. О, родственница создала Великую Польшу. Это здорово, это она молодец. Вот она, кстати, эта родственница. Четвертая в списке. Надо избавляться от совета. Так, ну что, давайте избавляться от совета. Нам нужно по частям от него избавляться. Он, видите, отъезжает назад. Нам нужно, видимо, чтобы у нас в совете не сидели те, кому мы чего-то должны. А должны мы обычно, когда пытаемся что-то изменить. Давайте смотрим. Прямо вот на паузу поставили и смотрим на наш совет. Так, великая княгиня Малуша. Они ей должны. Малуша. Ефимия. Февронья. Все друг другу должны. Вообще, Малуша. Душенька. Что-то то ли зажилась на свете там. Ну-ка, 41%. А, так. Так себе. Давайте-ка мы, видимо, ее сменим. На кого менять? Ну, только вот на Катажину. Она хотя бы не очень нас ненавидит. Сразу как-то почище стало, да? Теперь волк Ефим. Я тоже нас очень не любит. Но она, конечно, хорошая. Но, возможно, вот другая Малуша уже. Нам просто не нужно... Нужно, чтобы подчистить совет, чтобы там не было... Видите, они голосуют все против, потому что зависит два человека. Вот Федор, например. Был когда-то за нас племянник. Был прям лоялистом. Сейчас фрондер. Значит, что мы делаем? Вон из совета. Можно уж на старости лет, честно, и немножко и... Вот... Вот так вот позаниматься вот таким вот самодурством. Так, три человека уже за нас.
Барышня Феврония. Кто такая Феврония? Вот она, Феврония. Сиун. Не любит она нас. Герцогств у нас слишком много. Надо их подраздать, конечно. Но смотрим. 3 человека за нас, 4 против. Что мы делаем? Что мы делаем? Мы берем Катажину, например, и спрашиваем. Поможешь нам в совете? Мы тебе будем должны. Она такая, конечно, конечно, можешь рассчитывать на мой голос. И мы уже смотрим. Сколько у нас? 4 сторонника, 3 противника. Возможно, нам лучше с наместничеством разобраться. Позволяет вице-королевство. Минус 5 вассалов. Но это не страшно, у нас 42 лимита, у нас всего 10. Вот я думаю, что раздать бы королевство. Было бы очень даже не лишним. Так, еще 50 лет не сможем войны вассалам запретить. Ну, ладно. Ведь королевств нет, я думаю, что это не так срочно, как все-таки возможность ограничить совета. Так, отзыв титулов, передача титулов. Передача титулов. Я думаю, что нам нужна передача титулов, потому что мы... Потому что нам просто иногда нужно раскидать титулы, да? Бывают лишние. Их надо раскидывать. И смотрим. О, вот, голосовали и приняли. Теперь смотрим. Одна у нас... Она, кстати, нас стала лоялисткой. Но потом она сможет воспользоваться. Но сейчас мы вроде только ей одной должны. Не хватит, чтобы совет обратно отмотал наше решение. Танцуя на празднике плодородия в честь Ярила, сквозь пламя костра вы увидели, как верховный вождь Ростислав движется в такт общему ритму. Так, а можем мы его попросить сменить религию? Нет! Ух ты, какой хитрый! Ну ладно, он нас ненавидит. А давайте, пускай они станут любовниками. Подождите, он женат. Что ты будешь делать? О чем я думаю? Нет. Вот давайте. Ай-яй-яй. Так, Малуша воспользовалась тем, что вождь Федор, ее должник, вынудил его вступить в свою фракцию. Ну, видимо, нам пора смотреть на фракции. И кого-то, вот сепаратисты, например, у нас есть, сила в 10 тысяч человек, то есть 50 от нашей силы в 20 тысяч. Тут тоже вождь Ярослав Русь, вот в это племянника считают, что надо сделать головой нашей империи. Я думаю, что вот так вот, знаете ли, и не задерживаются долго на этом прекрасном белом свете. Да, у нас будет бабка-дедоубийца. Она, кстати, кровавая женщина. 83 убийства. Многие в тюрьме умерли, многие прямо в бою или на дуэли, в том числе и дети, и внуки. Да, всех мы... О, нет, смотрите, у нас тут внук есть. А, внук и внук, кстати. А вот эта вот дочь, младшая Мария, которая валит что-то народ, периодически говорят, что убила того, нашего какого-то знакомого. Вот Мария Кривич, надо ее, наверное, выдать замуж за кого-нибудь, чтобы... То есть она вроде не претендует на титул, а она такая, вполне себе неплохая, мускулистая, достаточно талантливая девочка в сравнении с первой балбеской. Прямо очень талантливая, поэтому давайте ей подберем какого-нибудь мужа такого, чтобы по возрасту подходил. И талантливый был, и питанный, нет. Вежливый чиновник, транжира, тупой, нет, нет, нет. Косолапый, нет, это все передается, вся вот эта тупость, все передается. Вся косолапость. Митрофан, сын наложницы, близнец, жадный, покорный служитель. Привлекательный есть. Карло. Хорват. Карло. Бережливый чиновник. Паранойк. Ну, слушайте. Мне кажется, Карло неплох. Я забыла поставить внутренний. Да.
Все. Тут у нас тоже с детьми все в порядке. Ну что ж, я думаю, что на этом будем заканчивать. Спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. И увидимся в следующих видео. Пока-пока!